К традиционной всероссийской акции «Ночь искусств» Литературный музей имени Горького подготовился основательно. Самарцев и гостей города ждал уникальный в своем роде мастер-класс – пластилинография, то занятие, к которому можно подойти, даже не имея за плечами художественного образования. Картины за столом создаются из пластилина. Все под присмотром опытного художника. Холодный синий мы подмешиваем для того, чтобы вот эта часть солнца, красная и желтая, стала контрастнее. Спустя час в экспозиции Литературного музея погас свет, и гостям вручили электрические свечи. Эта часть программы прошла в полумраке. Обычно мы проводим экскурсии, рассказывая в большей степени об Алексее Толстом и о литературе. А в этот раз мы выключим свет и будем подсвечивать только картины, живопись и графику, рассказывать о них, как будто бы у нас музей не литературный, художественный, и через них в то же время обращаться и к творчеству и биографии Алексея Толстого. В музее знаменитого советского режиссера Эльдара Рязанова, кроме бесплатного посещения экспозиции, организовали лекцию. Ее посвятили одной из работ Метро – фильму «Гусарская баллада». В этом году фильму исполнилось 60 лет, и вообще сам фильм был снят к 150-летию победы в Великой войне 1812 года. Всероссийская акция «Ночь искусств» появилась в 2013 году по инициативе Министерства культуры России. В этом году традиционное событие приурочили ко Дню народного единства. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.